Лето – любимая пора для детей, ведь именно с его наступлением начинаются долгожданные школьные каникулы. Главной задачей для руководства школ в этот период является своевременно и качественно отремонтировать школы, чтобы 1 сентября распахнуть свои двери для своих учащихся. С 1 июля во всех школах нашего района приступили к ремонтным работам. Наша съемочная группа посетила школу поселка Майский. К нашему приезду здесь кипела работа. Учителя и техперсонал своими силами здесь производили косметический ремонт. А это побелка и покраска кабинетов, рекреация, покраска панелей. Ремонт спортивного зала уже практически завершен. Осталось навести порядок после ремонта. Активную спонсорскую помощь ежегодно оказывают такие фермеры, как Шушоков, Блудов, Кушхов и Котелевский. По словам директора школы, их помощь во благо родной школы без сомнений неоценима.